Телекомпания АТВ, Михалыч. Представляем прогноз погоды на 19 апреля. Всем, кто нас смотрит, оставайтесь всегда с нами и оставайтесь здоровы. По республике, по северным районам сохранится неустойчивая погода, местами небольшой, ночью умеренный снег. По остальной территории небольшие осадки, по югу днем теплая погода, ветер северо-западный с переходом днем на восточный 7-12, порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха, северный район нашей республики, ночью 5-10 мороза, местами минус 15, а днем всего плюс 3-9. Центральные районы ночью минимально 9 градусов мороза, а днем плюс 10-15. Южные районы ночью минус 3-8, по юго-западу местами 13 мороза, а днем максимально 15 градусов тепла. Наша любимая столица преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью минус 4, а днем плюс 13, что нас всегда радует. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать. Я предпочитаю молчать, нежели соглашаться или не соглашаться с тем, чего совсем не знаю. Молчание золото. Искренне ваш Михалыч. Будьте здоровы, дорогие мои.